Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Divine Divinity. Вот, и в прошлой серии мы там посмотрели половину заставок. Но я решил все-таки доделать квесты, потому что я точно помню, что мы сюда уже типа больше не вернемся. Мы вроде как нас там что-то там перенесли в другой мир или что-то такое. Я могу передвинуть? Пусть будет так. Вот, мы передвинули. Вот, перемещает и все. И все вот эти квесты, они вроде как пропадают. Поэтому мне охота разобраться с этими квестами, которые остались у нас на те жерелье, я не знаю пока. Давайте займемся пламенным доспехом. Вот, и отправимся в Веридист. Кстати, я тут осматривал себя, черт возьми, и нашел, что пламенный щит-то у нас уже есть. То есть нам нужен щит. Holy shit. Перчатки у нас есть там в этом, в сундуке. То есть сейчас мы добудем нагрудник. Нам нужны, по-моему, сапоги еще. И вроде пояс. Точно не помню, но давайте так скажем уж. Так, шлем нам даст этот Бармалей. Окей. Так, если я отыщу нагрудник, тра-та-та. Кузнец Гаврила попытаться, тра-та-та. Сейчас нагрудник забирает пыль в части частной коллекции одного из купцов Веридиста. Так, у нас гильдия купцов это, да? Пойдем поспрашиваем, кто может быть, обладать, так сказать, этим замечательным... Да что такое? Вот влепился в этим замечательным реликтом. Так, Так, подожди, что-то не туда, вот сюда. А тут же был этот мужик стоял, или мне... Так, подожди, как там... О. Так, что-то, по-моему, здесь мужик раньше был. Так, бабаха-то случайно нет? Будни рыцаря, военные штудии... Иди ты. Так, волшебная трагедия. Вот это вот, оп, чтобы целители. Окей, так. Тут стопка книга. Волшебные трагедии. Жалко, на альт книги не показываются. Было бы здорово. Блин, жалко, что вот всякие скопища книг тут есть. Так, там все фрукты. Тетка-то нам не поможет. Так, ну у нас только Тревор вот этот остался. Или как там тебя? Да, Тревор. Даже запомнил. О! Мне кажется, или тень появляется, а так пропадает. Ладно. Так, окей. Мне кажется... Во! Миклош Пройдохер. Дрена, сохранится. Это я возьму. Пройдохер тоже может. Сделаем книжку. Так, цветки, это понятно. Кшиштоф и молчуне. Понятно, это нам не надо. Давай, бро. Так, ну и вроде все, да? Книг вроде... А, ого! Тут книг-то еще и ёкарный бабай. Мне это ни к чему. Часть первого. Пройдохер. По-моему, у нас часть первого есть пройдохера, но я возьму. На всякий... О! Часть третья. А у меня, по-моему, есть. А, так это вообще Радбар Варвар. Это не бабах ведь. Так, это понятно. Понятно, темный лес, темные зимы. Дедали, наемный купец, часть третья, три мне дедали. Блин, я так охота теперь всю собирать, черт возьми, я все буду собирать. Кроме рецептов. Рецепты никому не нужны. Блин, стопка книг, как я не люблю стопки книг. Их нельзя почитать, черт возьми. Так, окей. Так, давай. Бармалей, что расскажешь? Так, мастер Гиди, вернее, в далеком прошлом из колдун снял дом. Как вы стали надо, господин похитил мирного вечера. Очень прошу вас, скажите, судьба информации. Ну, это все как бы... Как бы. То есть он, получается, не знает. Вот тут надо посмотреть. Возможно, я читал про бабаха, но я его просто не взял, эту книжку. Вот, наверное, чего.
Так, фигня. Кстати, вот эти свитки тоже надо осматривать, потому что, как оказалось, они тоже могут быть книгами. Будь не ладно. Тени не ладно, такую-то вот. О! О! Ничего себе! Так! Книжек-то тут ёкарный бабай, вот это разгул. Так, ну так слушайте, а может мы сейчас так этого Кристобаля, иди в задницу. Может быть мы сейчас и бабах-то и найдем. Арама Брамселя. Я тоже возьму все части. Так, что такое? А, да я не тот открыл. Блин, он открывает один и тот же сундук. Лол, это два одинаковых, вот это магия. Два абсолютно одинаковых этих. О, часть раз, смотрите, Брамселя мы нашли, офигенно. Это уже у меня этот, задумка на после прохождения игры уже. Книжки сделать. Прочитать все. Опять одно и то же, ёкарно бывает. Что такое? Что такое? Они все одинаковые, что ли? Лол, и это тоже. Блин, вот досада, а. Так, стопка книг, стопка книг. Блин, они все одинаковые. Вот это ужас. Пожалуйста, барбар этого, варвара мне, орка к бабаха, пожалуйста. Будьте так любезны. Опять одно и то же, да? Блин, обидно. Опять, они все одинаковые. Зараза. Разработчики, вы что творите? Слушайте, мне кажется, это какой-то глюк. Такой не может быть. Что за фигня? Нет, может. Блин! Это очень... очень плохо. И что мне с этим делать? Да ничего уже. Блин, здесь все эти. Они все одинаковые. Ёкарный бабай. Блин, как обидно, а. Очень жаль. Здесь что у нас? Здесь нет нифига. Так, о. Нифига себе. Какой-то пояс нашли. О! Да. Ух ты! Как вести свое дело? Часть третья. Второй друг. Прикольно, мы нашли эти три части. Все-таки они дают! Офигенно! Они дают навык, видали? То есть у нас, получается, торговля сейчас выросла. Я две книги нашел, там написано было, если найдете все три, ваш уровень торговли повысится. Точно. Офигенно. Вот. Еще один секретик. Она так спрятана тут удачно, прям пипец. Ладно, окей. Так, ну тут вроде книг нет уже. Так, ладно, тут тоже ничего не знаю, да куда ты? Так, здесь мы тоже все осмотрели. Окей. Так, надо поспать, да? Ну классно, книг хотя бы нашли много. Хорошо. Так, купцы, ну что, пошли по этим, кто у нас там следующий? Данте. Получается, у нас только Данте, да вот этот вот. Кто там? Патрик? Патрик. Больше купцов вроде как нету здесь. Гильдии купцов нам не помогли. Вот, поэтому пойдем по этим, по известным, так сказать, в узких кругах людям. Вот, и посмотрим, что там, что они могут нам предложить. Надеюсь, они знают про пламенный доспех. Будь они неладны. И, кстати, стопка книг. А, ну, я даже взламывать не буду, потому что там стопка книг. А, или... Нет, не буду взламывать, окей. Так, вот. Вот этот Бармалей точно может что-то знать. Надо бы сюда забраться. Так, супруги тарта-та. Ага, до хрена он что знает. Брошь. А, брошь это по квесту, по-моему, была. Да-да-да.
сожалению, мне пора, ты ничего не знаешь, а ты... заперто. Так, персона может расскажет мне, проведись. Никто ничего не знает, ёкарный бабай. Обалденно. Я сиди посмотрю. Так, и... Ты не против? Заперто накрепко. Да подожди, сейчас все отопрем. Так, и... Да-да. Ух ты, какие. А, их тут несколько. Ёкарный бывай. Но не буду я портить отношения с этим лохмандеем, потому что, в принципе, нам сейчас это не нужно. У нас денег уже урни клюют. Вот, поэтому смысла тут воровать, что-то брать нету. Так, окей. Сейчас быстренько еще пробежимся. Дверь под замком. О! О-о-о-о! О! Дай господи, боже ты мой. Только пятый взломал, смотри. Ладно, зайдем. Тут надо посмотреть, книжка чекали лежит. Не знаю, баб-бабах. Рецепты для всех. Понятно. Слушай, а тут смотри-ка какой этот большой у них. Может быть, что-то даже и найдем сейчас. Эта дверь заперта крепче, чем сундук с гномскими пожитками. Зачем я опять снял твоих ёгарный бабай? Да, стави прямо, как они взломали все двери. Раза. Так, разбитый горшок. Вот это да, вот это находка. О. Так, ну я это возьму, пока плохо лежит. Так, все, окей, здесь ничего нету. Хорошо, хорошо. Кстати, стоит, наверное, пробежаться теперь по всем, потому что у нас... мы теперь дверь-то можем открывать, да? А это раньше мы злые были, потому что у нас седла на велосипеде не было. Сейчас-то ведь можем все открыть, правильно? Так что я думаю, что... Так, сломан нож-то нам не надо. Жалко, вот реально книги не подсвечивают. Я бы... Вообще бы отлично... Порадовался бы. Так, ладно, тут все, видимо, у нас открыто, да? Так, здесь мы... Ага, здесь тоже не... А, ну здесь ничего и нету, окей. Так, все, в этот Бармалей нам не помощник. Этот Бармалей нам не помощник. Меня вот это интересует. Тимир ищет работу. Я там отметил, да? Давайте пока мы тут сгоняем. Мне охота посмотреть. Ну, квест он, правда, нам не дал, чтобы найти ему работу. Но мало ли что. Мало ли что. И здесь интересно огромное, смотрите, пространство за городом. Я не знаю, и за город никак не попасть. А, да, ой, слушай. Собака, блин, собаки меня чуть не любят. А, я его увел, ведь точно. Я специально собаку увел сюда. Она меня не преследовала. Не хочу убивать собаку. Блин. А, ну это так работает, да, окей. Так, ладно, этот Тетир куда-то пропал, поэтому хрен с ним. А, во, кстати, вот этот дом-то... Ой. Мы так туда не попали ведь. Тут нельзя пройти, хотя дверь открыта. Если вот дверь, наверное, мы не попали, потому что мы не смогли взломать ее, вот, наверное, что. Сейчас ты сможем. Давай сразу. Так, подожди. Во. Хорош. Ну давай, заходи уже. Так. Что-то тут нету ни хрена. Люк есть. О. Ой, ключ как раз. Что там? Что там за кошак-то с ума сходит? Вот. Обычный кот. Так, ну, не знаю, что там нас ждет, но погнали. Так. Крысы нас только тут ждут. Ждут только крысы. О, сундучок. Хорош. Валь, сейчас тут разгребать-то его тут. О, что-то еще? Где-то, о.
Да чего еще-то, господи? Да бог там ничего не будет. Ну хотя сундук есть, уже что-то будет. Да ёкарный бабай, я толстый такой, пролезть не могу. Апельсин! Так знал. Ой, еще и ключ, нормас. Кожаный пояс какой-то пятый, окей. Так, отборная. Больше тут ничего нету. А, отборная штыковая лопата, окей. Так, все, нормас. Я походу... Я опять игру сломал. Видимо, я должен был сначала сюда упасть. У нас опять все наоборот, блин. Видимо, я сначала должен сюда упасть, типа, неожиданно. И, наверное, может, скрипт какой должен был запуститься. Я хрен его знает. Ну, мы, короче, прошли по лестнице. Ой, пипец. Да, вот реально дыра. Да что ты, зараза. У меня еще и хп отбирают. Но не судьба. Так, а можем отсюда выйти? Было бы прикольно. Нифига. Ну, ладно, окей. Окейушки. Так, где у нас там живет этот Бармалей? Ага, вот он. Окей. Грабли, цветы, цветы, цветы. Кстати. А, у нас эту девку-то убили, да? Да, у нас ее убили, окей. Так, где там вход? Вот он, вход. Поперли. Да, неплохо теперь, когда навык открывания дверей-то у нас теперь на максимуме. На максимуме. Кстати, сколько у нас перевес? Ну, кстати, прилично уже. О! Вот это я удачно зашел. У меня нет ключа от этого замка. Офигеть. Что там? Заперто накрепко. Офигеть. Это я удачно. Так, этот мы закрываем, и он пропадает, да? А, вот смотрите, этот не пропадает. У нифига денег-то. Закрыто. Вот дерьмо. Этот не пропадает. Блин, тут, походу, одни деньги. Мне тут сейчас не перехватят. Так-то, по идее, я открываю уличные какие-то. Какие-то сундуки уличные, ничейные. Так что, по идее, не нужно. Ну ладно. Хоть и деньги, все, но, как говорится, на халяву, он говорит, и усус такой немножко сладкий становится. Так. Я в первую очередь за книгами охочусь. Ой, мастер Патрик. Хотя 44 вроде, он как неплохо там относится. Так, мне драконы мне не нужны. Стопка книг, очень плохо. Так, это понятно. Вот все книжки. О, пройдохер, пята. Хорош. Надеюсь, ты не зарычишь. Хорош. Блин, жалко, стопка книг. Ух ты. Красиво, красиво. Так. Ротбарга варвара надо мне найти. Было бы здорово. Так, клубничный пирог, это все мы знаем. Интересно, они рандомно появляются или нет? Очень жалко будет, если рандомно. То есть в теории может сложиться так, что нужной части орка-варвара это и не будет. Вот что печаль, беда. Потому что у меня бывало, я когда загружался в самом начале игры, да, там какой-то меч ролил. У меня бывали иногда иногда книга бывала в шкафу, а иногда нет, представляете? Часть вторая. И все? Собрание заметок от Римиди дали. Не очень как-то много. Вот, поэтому я опасаюсь, что в принципе может даже и этого проорка и не быть, так сказать. Это будет вообще-то печально. Бой Берферзер в полном доспехе, военной штуги. Какая часть первая? Военная студия 1. Это же возьму. А я возьму.
Все, теперь охотчик за книгами теперь. Все, которые с частями, мы будем собирать. Дорогие граждане, когда-нибудь мечтали о, собственно, свинарнике? Совет начинающим свиноводу. Ну, вот это я понимаю. Краткая история семи богов, это нам не надо. Рецепт для всех не надо. Шум трагедии не надо, окей. А, этот болван-то рядом тут стоит. О, минус 16. Не любит. Блин, как это я вовремя увидел-то? Ах ты, дрянь-то какая. Ладно, тогда эти дедали потом. Потом эти дедали, ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Недавно ко мне в дом забрались воры и унесли кое-какие ценности. Вы что-нибудь об этом знаете? Быть может, вы что-нибудь видели или слышали? Какой еще и квест дал какой-то? Я? Нет, нет, я ничего не слыхал, не слышал. Почему вы меня спрашиваете? Успокойтесь, пожалуйста. Никто вас не обвиняет. Такой же вопрос я мог бы задать и первому встречному. Встречному поперечному. Так, мне хотелось бы взять суду, похоже, человек не бедный. Во, один гном намекнул мне, что у вас хранится одна часть плавиного доспеха, это так? О, никто... Ну, давай. Так, значит, ржавая пластина у меня в подвале, часть легендарного доспеха? Кто бы мог подумать, спасибо за откровение, я едва не сдал ее старьевщику. Я как раз хотел спросить, вы мне ее не отдадите? Ха-ха, неужели вы думаете, что я просто так отдам часть пламенного доспеха? Если бы я вам не сказал, вы бы выбросили свою ржавую пластину на помойку. Хвала вашей честности, теперь я знаю цену этому нагруднику. Ладно, я вас понял, сколько вы мне и за сколько вы мне ее продадите? Поступим так, вы окажете мне услугу, я отдам вам нагрудник. Ну, это неплохо. Так, чем могу служить, чем я могу заслужить часть пламенных доспехов? Один мой веридийский клиент до сих пор не вернул мне крупную сумму. Прошу, наведайтесь к нему в гости, разъясните ему доходчиво, что если он не рассчитается со мной сейчас, то всю дальнейшую жизнь ему предстоит расплачиваться с лекарствами. Как его зовут и где он живет? Его зовут Лукой Репейником. Я отметил на карте его дом. До свидания. Ну, пойдет. Так, запомни, что у этого тут парочка книг есть. Так, это с этой стороны. Вот так вот сюда зайдем еще. Посмотрим, что это за книжечка. Понятно. Блин, тут половина книг говняна. Секрет долголетия. Вот. Вот это я возьму. Студии. Потому что с номерным. Так, это понятно, теофолия. Ничего закрытого нет. Надо сразу смотреть то, что закрыто. Так, ты меня нормально ко мне относишься, да? Так, Лука где-то справа был, я точно помню. Так, подожди. Где-то вот здесь. Тревора. И вот этот, да? Вот он. Окей. Туда погнали. Так, грубо говоря, у нас есть уже... так, подожди, а еще выхода нет? А, это этот еще... Замок-то этого в Армалея. Пламенный нагрудник есть, да, у нас получается? Если он нам отдаст его еще. За серия такая. Нам нужен... перчатки есть. Что там? Что там еще-то есть? Шлем, сердце. И еще что-то. Я не помню. А где, кстати, вообще написано, из чего он состоит? Так. Да, ни хрена непонятно. Ну, о, кстати, посмотри, что у тебя продается. Так. О. Давай сюда. Сейчас надо все вот эти покупать, блин. Кстати, может, что-нибудь даже продадим сейчас ему. Ой, сразу опознаем сейчас. Так, главное не продать что-нибудь нужное. Палочка приручения тоже пока оставим. Потому что я не знаю. Не знаю, что это такое. Вернее, знаю, но пригодится она нам еще или нет. Я не знаю. Так. Да, не хреновенько мы тут. Не хреновенько. Так, ты меня опознай, у меня там еще есть. Может, еще что-то есть. Десяток говно, значит, кого-то. 10 тысяч не помню. О, так это пламенный доспех. 100, 4 ксили запасов мани, 3 дырки. Слушай, офигеть!
А что если мы загрузимся, он по-другому опознает его, интересно. О, кстати, сразу же проверим. Офигенно. Офигенно. Наверное, он все-таки статы получил, когда мы его взяли. То есть сейчас они, по идее, не должны измениться. Блин, ну сейчас изменилось это. Да, 20 запасов маны, 4 к силе, 3 дырки. Ладно, оставим. Хрен с ним. Уж что есть. Так, ну, да, у него эти изменились. Блин. Вот это очень хреново. Руну бы я, конечно, взял бы лучше. Блин, давай загрузимся, чё? Паролим хотя бы руну эту, блин. А то и той рун вообще нету, ни хрена. У меня дырок больше, я все доспехи в дырках. Черт бы их побрал. Во! Запас здоровья сюда. Может быть, еще одна? Ладно. Прощай на этот раз. Ладно, это меня устраивает. Окей. Так. А, давай опознавай. Опознавай. Да, ну ладно. Ну, какой есть уж. Ладно, хрен с ним. Так. Давай сразу куда-нибудь вставим ее. Кстати, можно уже потихонечку вставлять вот сюда. А, подожди, у нас шлем-то будет. Наверное, меч тоже все битком. Что у нас еще без дырок? Так, подожди. Сапоги, да? Сапогов вроде нет. Так, у нас что на пределе-то? Кольцо, во, кольцо. Давай его сюда. Блин, тут красное. Отвратительно. Так, у нас хелов сколько было? 1162. 80 хп получается. Так. Окей. Ням-ням-ням-ням-ням. Наверх. Наверх. Тут у нас вроде ничего нету в этом здании. Этот торговец тоже отстойный. Тут вообще ничего, ни черта нет. К лесбиям я не пойду больше. Выглядит как это. Как какой-то NPC, которому можно поговорить. Так, ну давай, сейчас будем выколачивать. Долг, наверное, за него можно будет заплатить. Так, ух ты. Не тяни с уплатой долгов. С мастером Патриком шутки плохи. У меня трое детей, которые останутся голодными и холодными, если я расплачусь с мастером Патриком. С другой стороны, если я не заплачу, он не станет церемониться с моими ближними, чтобы вытрясти все, что ему причитается. А куда ты подевал его деньги? Ну, я все спустил в местном игорном доме. Идиот несчастный. Если жена узнает, что я игрок, то уйдет от меня. И сколько ты должен мастеру Патрику? Сейчас будет там 500 монет, что-нибудь такое. 2500. Ну, кстати, 2500 неплохо. Ладно, не дрожи. Я отдам сыру Патрику разрушить твою жизнь и выплачу за тебя долги. Я не дам. Да, мужик, ты влипо уже. Все, блин. Счастливо оставаться. Ты не шутишь, ты выплатишь мой долг. О, должно быть, боги послали тебя. О, мой спаситель, я навеки твой должник. Счастливо оставаться. Окей. За доспех, так, заплатим. Читаешь, что он там, доспех стоит. Ну, если он отдаст, конечно, его сейчас. Эти рожи хитрые, я их знаю. Он сейчас тут начнется. Ну, давай еще какое-нибудь заданец, и тогда точно дам. Ну, вот крысья рожа точно еще что-нибудь скажет, блин. А что у нас один? Свиток зеленый. А, что, можем так просто порталиться, что ли? Чего? Или это просто карта? А прикинь, сейчас можно портальнуться. А, нет, нельзя. Блин. Прикиньте, можно было бы сейчас портальнуться. Я бы просто бы себя за задницу укусил бы, наверное. Охренеть. Не знал, столько времени не знал, блин. Но нормально. От укуса я освобожден. Так, ну давай, Бармалей. Так. Вот деньги, которые вам был должен Лука. Оплатить господину Патрику 2500. Придется выкинуть что-нибудь. Так и надорваться недолго. Рож, спасибо за труд. Теперь моим помощникам не придется знакомить Луку со своим арсеналом клещей и крючьев. Что же вы заслужили, пламенный нагрудник? Это все, что ли? А чем могу заслужить? А еще могу? Один мой веридийский клиент до сих пор не вернул мне. Как его зовут? В смысле? Блин, вот игра. Так, все, получается, да? Так, сердце берегиста. Нужно отыскать. Так, подожди, у меня все есть. Что у меня нет? У меня перчатки. А где написано вообще про этот сраный доспех-то? Что там вообще включено-то в него? Придется выкинуть что-нибудь. Еще так и надорваться недолго. Знаю. Так, ничего не написано тут, да? Окей. Так, блин, надо было квесты сдавать с мудростью. Вот я болван, ну ладно, уж не буду загружаться. Хотя?
Место на диске показывает 227 гигов, поняли? Я сейчас только заметил. Вот это да. Вот это предатель. Он информацию выдает. Посмотри-ка, потихонечку. Какой? Ладно, не будем. Фиг с ним, там уж копейки опыта. Нам нет, самое, не критично уже. Так, по сути. Сейчас мы опознаем это, да, и у нас будет перчатки, пояс, сапоги, наверное, должны быть. Так, давай, пока тут лясы точим, так. Сейчас опять надо самое, подожди, еще щит, да, щит, holy shit. Нифига, он 4 стоит 600. Неопознанный, опознаем, так там, наверное, за миллиард. Ну, 13, точнее, не очень-то. Не очень-то и норм. Три тоже дырки. Ощущение жизни плюс один. Ну, такой. Ну, хотя броня 340. Ну, не то, что прям запас маны. Ладно, возьмем. Пофиг. Пойдет. Так, получается, погнали тогда в поречье. Возьмем... Все, что там у нас есть. Шлем еще даст, точно. Еще шлем даст, подожди. Этот, Бармалей. В любом случае, да? Получается, все у нас. Прикольно, вроде как все нашли. Может быть, когда мы перчатки возьмем в руки, может быть, что-нибудь случится. Какой-нибудь квест появится, что типа, собери, что-нибудь такое. Так, надо сейчас книжки выложить. Подожди, а у меня пермитка где? Нормально. Я что-то увидел эту пирамидку, думаю, пипец. Так, это бабах. У нас, кстати, третьей нет, да? Это у нас остальные книжки. Нет, это хрен лысый. Вот остальные книжки. Давай сейчас быстренько все переложим сюда. Бабаха у нас нет, но это какие-то другие. Они мне потом пригодятся. Это все нужно. Это все надо. Жалко, не пишется, когда ты прочитал книгу, да? Например, названием. Прикиньте, название бы писал книги этой, да? Вот было бы круто. То есть ты сразу бы знал, видел, что я читал эту книгу. То есть название, если есть, вот, тоже классно. Было бы. Так, у нас амулет с талисман избранника это не сработало, да, у нас получается. Есть, конечно, тут какой-то амулет темных эльфов. Но моему лучшему другу ЦБ. Он выглядит совершенно по-другому, как это указывало. Поэтому я вот сомневаюсь. Так, где... Вы что ищем-то тут? Я забыл. Так, мы пришли. Мы пришли сюда. Зачем же мы сюда пришли-то? За перчатками. Вот они. Четыре дырки. Кстати, вот эти перчатки неплохие. Так. Раз. Так, щит 2. 3, сердце 4. И все получается. А сапогов нету, разве? Ну ладно. Видимо, сапоги нет, само не удел. Окей. Так, ну что, попробуем гномом сгонять. Посмотрим, что он нам даст за это. По крайней мере, хотя бы нагрудник у нас есть, поэтому уже вот получше. Подожди, а где тут? Вот. Блин, тут через столько порталов надо пропрыгнуть к этому гному, так пипец. Не судьба мостики-то сделать, блин, реально. Так, ну, давайте позырим. Может быть, сейчас такой офигенский будет. Ты иди в задницу. Где надо? Привязался, блин. Так, здорово, говорил. Так, я выяснил. Так, ну так, понятно. Царь Кипенер, я нашел несколько частей пламенного доспеха. Посмотрим. Ах да, нагрудник и сердце дракона. Вот теперь можно начинать работу. Но, конечно, доспех не будет так хорош без всех остальных частей. Вы можете починить пламенный доспех? Наконец-то! Отличное испытание моего мастерства! Да, ночь сегодня предстоит долгая, давненько я ждал этого момента. Приходите завтра,
Посмотрите, что получилось. Подожди, давай сначала посмотрим, что это продаю. Ух, 13 тысяч, ничего себе. А вот опять чего? 81 живучести, офигеть. Да, цены у тебя, конечно, конские, бесовские латы, ладно. Так, ну что? О, смотри, начал работать. Так, давай, наверное, подождем день. Вернее, ну да. Надеюсь, сутки прошли. Так, вы случайно не собрали пламенный доспех? Увы, друг мой, нет, но я не отхожу от наковальни, так что заходите завтра, у вас непременно, я вас непременно порадую. Подожди, а у нас остальные-то пропали предметы? Нет. Ну, видимо, они все вместе... Ну, ты крыса-то, смотри, прям суетится со мной тут рядом. Так, получается у нас... ждать надо, а что делать? Чего? Чего делать? Чего делать? Так, ладно, давайте тогда, сейчас я быстренько перемотаю, чтобы нам пламенный доспех в этой серии сделать, да, я подожду реальное время, вот, но для вас на секунду будет, и тогда, короче, посплю еще этот один денек просплю, чтобы он точно сделал его, и тогда уже посмотрим, что он за пламенный доспех. Так, в общем, побегал я тут, побегал и вспомнил, что у нас тут ювелир есть, да? Вот, и как раз таки давайте-ка с ним пообщаемся насчет колье, насчет колье или ожерелье это с этой с эльфийкой, да, я думаю, что вот как раз вот этот вот пункт к нему и относится. Я тут бегал, так как альтабаться нельзя, нужно было что-то делать, я пробежался по торговцам, скупил там все банки, как обычно, нашел, сейчас покажу, одну руну купил и одну книжку с этим. Так, давай, скажите, вы можете сделать украшение, как на этой картинке, мне нужна точная копия. Посмотрим. Да, это же эльфийская работа. Думаю, я смогу сделать точную копию, но это будет стоить 7500. Вот деньги, прошу вас, скорее приступайте к работе. Надо было пораньше, короче, чтобы одновременно работали. Хорошо, я немедленно приступаю за работу. Вы же заходите позже, жрели скоро будет готово. Окей. Так, ну, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что... Блин, чуваки дорогие. Вот, что... Квест у нас еще один будет. Так, я проверил, этот болван уже сделал доспех, да. Я просто посмотрел, что пункт там, да, готово. Вот, и поэтому давайте и, ну, и решил, собственно говоря, подключаться. И да иди ты. И давайте посмотрим, что там за доспех-то. Йо, курный бабай. Так, вы случайно не собрали пламенный доспех? О да, пламенный доспех готов. И это просто шедевр. Великолепно, сколько вам нужно за работу? Платить не нужно, дорогой мой человек. Возможностей поработать с таким доспехом хватило мне с лихвой. Когда все узнают о моей работе, я стану знаменит. Дела мои пойдут на лад, и я быстро разбогатею. Тогда спасибо вам, Гаврил. Давай посмотрим, у тебя ничего не появилось тут? О, блин, нифига, у меня, короче, не появилось. Тут то же самое. О, лол. Подожди. Подожди, это... Спасибо вам. Ты подожди, ты... ты мне хоть отдал его, может, за богова? Не, нормально, что-то есть. Так, сразу опознать надо. Так. Так. Может, такое говнище сейчас? Один. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое же мастерство карманника. Ёкарный баба. Нет, давайте ролить. Я не согласен на такое говно. Это просто кошмар. О, этот-то подбежал. Так, давай. Блин. Да, там вообще еще и мастерство карманника, с ума сойти. А-а-а, черт возьми, похоже все. Придется иметь дело с этим говном. Так, мне кажется, даже вот это лучше, чем... 390, 340, 3 дырки. 60, так. Похищение жизни хотя бы. А здесь такое говно. Кошмар. Вероятность поглощения 25%. Тут 25. Слушай, вот этот доспех обычно лучше, чем... Ой, блин, пипец. Слушай, а может попробовать пораньше загрузиться? Так, тут... Ой, тут... Ну, это пораньше совсем, да, получается.
Ладно, давайте уже играть с чем есть. Это, конечно, отстой. Может быть, он сильнее, когда мы там, он сказал нам, что мы наденем, да? Но я все-таки выкуплю, наверное, вот этот доспех на всякий случай. Это мне сыкотно. Придется выкинуть что-нибудь. Там он пропадет еще. Недолго. Так. Все, король. Так, теперь пошли, зашли. А может быть, когда мы все вместе оденем, он тогда сильным станет. Он сказал, что он типа очень плох без остальных вещей. Может быть, они там все вместе нормально. Блин, чё с перевесом? Придется выкинуть что-нибудь. Так и надорваться недолго. Где у меня там? Придется выкинуть что-нибудь. Так и надорваться недолго. Где силой-то у меня? Где-то был. Плюс 4 к силе. Так, ладно, я знаю, что делать. Так, не сработало. Не сработало. Много там перевеса-то. Перевеса нет, что с дела? Ну хотя 3900, наверное, есть. Ладно, так, дойдем уже. Спалим все у шарышки на контроле. У этих гномов, с позволения сказать. Блин, классно, да, вот анимация сделана таким пламенным. Так, у нас сейчас все отберут, как всегда. Как это сработает, интересно, или нет? Ой, подожди, надо. Блин, пипец. Че выкинуть на кого-нибудь говно, типа вот этого? Не нужно эти хотя бы. Не так медленно хотя бы. Так. Сейчас он нам должен отдать шлем. Вот и посмотрим, что у нас там будет. Дробивень. У меня все есть. Все отобрали. Я нашел сердце дракона и нагрудник. И правда! Сердечно поздравляю, друг мой. Че и мы вступаем в легендарные времена. Вот как я и обещал, шлем к ламенному доспеху. Ты его честно заслужил. На твоем месте я показал бы это все кузнецу Гаврилу. Подожди. Да благословит тебя отец камня. Подожди. А что, еще раз надо ему показывать? Ёкарный бабай, ну давай. Я хотел получить свои вещи назад. Придется выкинуть что-нибудь, так и надорваться так и недолго. Ищи шлем одел этот. Или ты какой-то другой? Не сработает. Эта штука просто неподъемная. В смысле? Ты даже одеть не можешь? Я не могу таскать с собой столько барахла. Да как ты какая тварь, так прям не могу. Я пошутил. Ты куда его выкинул-то? Вот придурок, а? Надо, короче, бутылку сейчас хряпнуть. Так, я нашел сердце дракона. Распишу по глотую реку. А, ну да. Может быть, слушайте, реально надо было сначала этому сказать, а потом... Потом... Потом другому сказать. Так, и надорваться так недолго. Давай мы сейчас на хрючимся вот это вот. Где сейчас? Ух ты. Так, 3800, окей. Да сколько ты перевеса там у тебя? Зараза такая. Так, это мы оденем. Серебряный нагрудник выложим. Эту лабуду. Так, все, нормально, одеваемся. Так. Мордук у нас не было. Этот. Так. Ладно, оставим. Вот эти перчатки. Вот эти сапоги. Все. Так. Вот так получается. И у нас 6800, отлично. Все, силушки набрались, вроде как, да? Да, да, все нормально. Так, все, окей, да. Так, го обратно к этому Бурамлею сгоняем. Посмотрим, что он нам скажет. Типа, покажите. Ну, я сомневаюсь, конечно. Но... А, еще можно, кстати, к этому зайти, к психу-то, который сказал, что там... видел демона там, может быть, у него какой-то диалог открылся. Прям интересно даже. Мы ведь демона-то реально убили. Блин, опять.
Еще и идет. Ну, реально раздражает. Так, ну и все, получается, ничего у тебя нового нету. Новый доспех не появился. Так, ну что, давайте попробуем облачиться. Может быть, все вместе они что-то там получше дадут, да? Так, вот эти статы у нас получаются. Так. А, блин, ничего. А, познать ведь. Иди в жопу. А, кстати, ты можешь опознать? Так. Ну, такое себе. Отбивание снарядов. Мудрость без активации. Плюс один. Ну, кстати, неплохой. Только дырка одна. Вот что плохо. Ладно, фиг с ним. Тут уже недопривередно. Так, давай. Нагрудник сердца дракона. То есть это будет, да, вот этот. Этот. Ух ты. Что это произошло? О! С нагрудника пламенного доспеха происходит что-то непонятное. Да. Удар стихии. Ну, кстати, статы не так уж прям и выросли. Скажу я вам. Ну, он без дырок так-то. А что с ним происходит, интересно? Ну-ка, может, он теперь вырос? Я так понимаю, это квест у нас выполнился. Да, на те же рели осталось только. Карта сокровищ. Так, отлично! Ну, такое себе, ничего. Мастерство карманника. Здрасте, приехали. Да иди ты. Единственное, только то, что у нас в перчатках нет ничего, да? То есть получается... О, кстати, давай-ка сразу. Стена стихий... Будь она неладна. Так, и запас маны куда вставим? Нам на силу, конечно, сейчас. Это самое. Всю силу надо. А вот сюда вставим. Навставлялся. Все. Давай сюда тогда. Где-то у нас мана-то была. Запас маны. Вот запас маны. Давай тоже сюда и вставим опять. Запас маны, щит. Оули щит вставим. Так, у нас ману уж, наверное, пол как пол хп, с ума сойти. Воин, блин. Так, получается... А если так оденем, интересно, пропадет какой-то эффект? Я, кажется, понял. Когда ты полностью одеваешь доспех, пламенный доспех, у тебя кастуется вот это вот... Вот, благословение, наверное. Вот чё. Сейчас посмотрим, оно пропадет. Мне интересно даже станет. И, наверное, оно на постоянной основе будет колдоваться. Ну, если и с ним, то это вообще отстой тогда. У меня намного лучше эти доспехи. Может быть, надо было ролить реально. Чтобы они все были на силу, что-нибудь такое. Потому что у меня плюс 3 к сложению. Это такое себе. Живучести, правда, много. 1300. Я посмотрим. Мне кажется, должен пропасть. Пойдем пока посмотрим. К этому психу зайдем, получается. Мне интересно, как-то это обыграется. То, что мы можем сказать ему, что реально убили этого демона, которого он там вопросы задавал. Так. Вот. Где я? Вот. Блин, вообще не видать. Так, вот он, да, получается? Корнили, да. Давай. Долберин, происходили тайные встречи темного круга. Ага, смотри же, я изгоняю тебя, подлый демон. Долберин, проходили тайные встречи темного круга. Темного круга? Как может круг встречаться? И зачем ему это? Хватит дурить голову бедному Корнелю. Убирайся к себе в преисподнюю, демон. Понятно. Такой уже не лечится, да. Ну, пропал мужик, ну ладно. Смотрите, 203 всего. Я сейчас одеваю. 203 силы. И почему-то у меня не сработала эта штука. Может, может, не надо было снимать ее? Так, у меня что-то еще не одето. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде все. Что-то... А, мастерство карманник появилось. Так... Но или это... Или... Нет. Нет, я, по-моему, одевал. У меня там сверху... Вау, была такая фигня, да? Или меня глюкнуло? Ладно, как бы то ни было. У меня в любом случае вот эта штука очень много весит. Ой, много добавляет. 215!
Это что за прикол? 215 реально? Это так все плохо? Я, пожалуй, наверное, свое все одену. Потому что у меня там было далеко за 200... Сколько-то там? 60. Это мне так, такого так что-то мне не надо. Подожди, что? Что за дела? Что за... Вот я болван, я же бутылками обожрался. Господи боже ты мой, они у меня сейчас отменяются. Я думаю, что у меня этих сил все меньше и меньше, понять не могу. Блин, ну я же этих банок-то обожрался, точно. Вот я идиот. Блин, тогда нормально. Тогда нормально он добавляет, больше даже, чем было у меня. Блин, болван. Ой, бебец. 181. 185. Так, ну все, получается, да? Больше у нас с этого ничего нету. Так, 500, 1400. То есть они, в принципе, все вместе очень неплохо работают. Очень неплохо работают. Ладно, окей. 185, так 185. Урона, в принципе, нормально. Все нормально, они все вместе нормально работают. Так, так. Что у нас там? Брошь, да, осталось? Давай тогда с брошью разберемся. Сейчас надо поспать. И попробовать к этому зайти. Брошь, может, сделал. Евстахий-то этот. И у нас останется, как мы брошь сделаем, у нас останется только эти карты, да, с сокровищами. Вот. И, наверное, я посмотрю, где эту карту еще искать, потому что абсолютно представления не имею, где ее можно найти. То есть это... пальцем в небо просто. Так что, наверное, отличная работа. Во. У меня преотличнейшие новости. Жерелье готово. Надеюсь, вы довольны моей работой. Придется выкинуть что-нибудь. Так и надорваться недолго. От настоящего никто не отличит. Во. Придется выкинуть что-нибудь. Так и надорваться недолго. Ладно. Окей. Давайте тогда в следующей серии мы отдадим этот... чтобы вот так вот не ходить долго. В следующей серии мы отдадим вот этот талисман и пойдем искать карту сокровищ. Вот, а на этом тогда закончим эту серию. Вот, и продолжим уже в следующей. Я думаю, что с пламенным доспехом нам надо будет еще мне парочку дней побегать. Просто так поискать руны, повставлять сюда. И тогда будет вообще отлично. Нам надо все на силу, конечно, тут вставлять. Дырки у нас ограничены. Но, по крайней мере, кстати говоря, у нас теперь устойчивость дохренища. Вот это хорошо. Это хорошо. Ладно. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока.